Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня я хочу поговорить о том, как выровнять тон кожи, но не с помощью тональных кремов и консилера, а с помощью качественного ухода. Если вам интересно, как всего за неделю убрать покраснение, успокоить и увлажнить кожу, то продолжайте смотреть, а в конце вас ждет конкурс. Моя кожа резко реагирует на любые раздражения, смену ухода или декоративной косметики. Моей целью было найти уход, который подойдет для чувствительной кожи, склонной к раздражениям. В мой уход вошли корейские продукты от Benton, Hamish и Wish Formula. Я пользовалась ими неделю, весь процесс засняла специально для вас на видео, и сегодня хочу рассказать о продуктах и показать результат до и после. Я решила попробовать пенку для умывания от Hamish. Создана она на основе белой глины, которая прекрасно удаляет излишки кожного жира и очищает кожу до приятного скрипа. Если же вам хочется больше очищения, то корейцы рекомендуют нанести эту пенку как маску на 2 минуты, а после смыть. Кроме очищения, она прекрасно увлажняет кожу и не оставляет на лице ощущение чувства стянутости, так как в составе есть 3 типа гиалуроновых кислот, которые обеспечивают увлажнение, а также кокосовое масло, которое улучшает структуру кожи, обеспечивает увлажнение и выводит токсины. За неделю использования я заметила, что пенка выбелила кожу и пропали следы от постакне. Дополнительно для очищения кожи я использую пилинг 2 раза в неделю. Я выбрала пилинг-спонж от Wish Formula. Он мне понравился своим применением. Это отдельный спонж и саше с кислотами. Способ применения очень простой. Открываем упаковку, достаем саше и выливаем всю жидкость к спонжу. Аккуратно распределяем по пуховке внутри. И, кстати, жидкости для пилинга очень много, поэтому хватит ее на 2 применения. Все, пилинг готов. Достаем спонж и ребристой частью массируем кожу. Особое внимание стоит уделить проблемным зонам. После пилинга переворачиваем спонж и мягкой стороной массажными движениями проходимся по коже. Затем обязательно смываем теплой водой. В состав пилинга входят натуральные ахакислоты, витамин С, гиалуроновая кислота и экстракт риса, который дает коже все необходимые питательные вещества и укрепляет защитный барьер. После очищения я использую увлажняющий тонер. У корейского бренда Benton появилась новинка – тонер с экстрактом зеленого чая. Он глубоко увлажняет кожу, убирает излишнюю жирность и нормализирует водно-жировой баланс. Тонер имеет водянистую консистенцию, быстро впитывается, дает приятное охлаждение и сразу чувствуется увлажнение. Тоник подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной и обезвоженной. Я использую тонер утром и вечером, и за неделю я заметила, что моя кожа стала напитанной и увлажненной. Мне нравится, что у него натуральный состав, без химических отдушек и парабенов, а также тонер протестирован дерматологами. То, что нужно для чувствительной кожи. Чтобы напитать и увлажнить кожу, я использую тканевые маски с алоэ от Benton. Сок алоэ замедляет старение кожи, подтягивает ее и обладает регенерирующим действием. Маска имеет универсальный размер, плотно прилегает к лицу и не сползает. Она хорошо пропитана эссенцией, не содержит спирт и никакие химические отдушки. Когда я увидела на сайте заживляющий гель с центеллой, то сразу же захотелось его протестировать. Если ваша кожа, так же как и моя, склонна к высыпаниям и время от времени на ней появляются незваные гости в виде прыщей, то я рекомендую обратить на него внимание. Гель имеет легкую консистенцию, отлично впитывается, не липкий и без отдушек. Его можно наносить как точечно на проблему, так и на все лицо. Гель служит противомикробным барьером, и его можно использовать после тонера, перед кремом. В основе формулы геля более 80% экстракта центеллы азиатской. Это природный антисептик, который обладает противовоспалительным действием и заживляющим эффектом. Я наношу гель на ночь, перед сном и утром. За неделю ушли все следы от мелких покраснений. Не стоит забывать об отдельном уходе для зоны вокруг глаз. Сейчас я использую антивозрастной крем с ферментами от Benton. Он подходит девушкам от 25 лет. Крем, словно невидимый филлер, заполняет все морщинки и разглаживает кожу. Я использую крем утром и вечером, он не оставляет жирной пленки и не вызывает отеков. Теперь сравним, как выглядела моя кожа до и после. Даже за неделю я вижу результат.
Этот комплекс подойдет для всех типов кожи, включая чувствительную, восстановит тонус, разберется с покраснениями и обезвоживанием. А теперь конкурс. Мы хотим разыграть среди вас спонж-пилинг, набор масок с алоэ, крем с ферментами и тонер с зеленым чаем. Для этого вам нужно подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, а в комментариях написать, как вы боретесь с обезвоживанием кожи. Детали конкурса ищите в описании. А еще я хочу объявить победителя в конкурсе от Inebri. Им становится Екатерина Тищенко. Мы вам дарим новинку для ухода за волосами с экстрактом черного перца. Наш менеджер с вами обязательно свяжется, чтобы уточнить все детали. Спасибо, что вы с нами. С вами была Катя. Пока-пока!